Авачинская сопка – действующий вулкан на Камчатке. За последние 280 лет он извергался 18 раз. Но это не останавливает любителей пеших восхождений. Каждый год в августе сотни человек устремляются к вершине. С виду тут кажется, что все близко. На самом деле перепад до вершины с этого места 2 километра по вертикали. Это довольно длинная дистанция. По километражу вроде небольшое, около 8 километров. Но перепад очень большой. Участникам восхождения не нужно специального снаряжения. Но прочная трекинговая обувь не помешает. В этом году на трассу вышли 1500 человек. Некоторым пришлось тяжело. У меня ноги дрожат, колени подгибаются. Я не привык к подобным восхождениям, но все равно здорово, замечательно. Я наслаждаюсь ветром, ощущаю его силу. В соревнованиях участвует и старый и млад. Самому юному 7 лет, самому взрослому 74. Поднимался с дочкой, знаете, дочке 15 лет. Для нее было психологически тяжело. Она не видела границ, она через слезы преодолела. То есть, когда ей вот говорили, еще 15 метров, но она преодолела. И я ей всегда говорил, что жизнь – это вершина. Нужно преодолевать, учиться. Несмотря на трудный путь и сильный ветер, участники выглядят счастливыми. Единственное, жалею, что только дошли до жандарма, дальше МЧС не пустило, чтобы там по сыпучке там не залезть. Но я первый раз попал на самую вершинку, нормально. Самый быстрый путешественник преодолел дистанцию за 1:11, а лучший женский результат – 1:54. Высота Авачинской сопки более 2700 метров. Восходить на вулкан начали еще в 18 веке.